фестиваля «Лето» в Тобольском Кремле звучит джаз. На сцене Тюменский филармонический оркестр и один из самых известных саксофонистов мира Игорь Бутман. Вместе с народным артистом России приехал и его квинтет. Мы давно не были в Тюменской области. Во-вторых, мы никогда не были в Тобольске. И я много мечтал о городе, видел его картинки, но все впечатления произошли, все ожидания. Поэтому мы, конечно, с радостью приняли, тем более, что выступать с замечательным оркестром под управлением Юрия Медяника по Тюменской филармонии, блестящий оркестр, блестящие аранжировки. Аранжировки готовили специально для этого фестиваля. Необычно проходили и репетиции в дистанционном формате. Очно музыканты встретились за несколько часов до концерта. Это был вызов для коллектива. Впервые Тюменский филармонический играл джаз. Симфонические коллективы, в принципе, не часто выступают в этом жанре. Синоним сегодняшнего концерта – это не только успех, но и слово «импровизация». Когда следующий номер, когда следующая нота. Но это все держит очень высокий тон, энергетический, высокий заряд. Поэтому, конечно, это только удовольствие, это куча адреналина на сцене. Выступление посетили 3000 зрителей. Концерт прошел с аншлагом. Гостиницы перезаполнены на 150%. Тобольску это как такой вперед посыл, что можно еще развиваться. И мы недавно с вами открыли новый отель. И сейчас ведем работу с инвесторами по открытию еще дополнительных локаций. Но сегодня из Тюмени приехали рестораторы, сделали отдельную гриль-зону. Можно тоже на лужайке, в тени березок посидеть. Поэтому это все эти новые форматы, которые мы вплетаем в наш фестиваль. Многие приехали на лето в Тобольском Кремле из других городов. Фестиваль уже стал брендом, о котором знают по всей России. Мы приехали из города Белгорода. Мы о вашем концерте, о вашем фестивале «Лето музыка в Тобое» знали, но приехали первый раз, мы восхищены Сибирью, восхищены вашим городом. И вот здесь возрождается Россия. Спасибо за такой концерт. Мы в восторге. Да, вообще в отличном восторге. Это Игорь Бутман, это легенда, это джаз, это саксофон, огонь. Потрясающие эмоции. А впереди еще один концерт. 15 июля здесь же, у стен Тобольского Кремля, состоится закрытие фестиваля. На нем выступят Тюменский филармонический оркестр и Леонид Агутин. Кстати, для певца это будет первое выступление с симфоническим коллективом за всю его карьеру. И тюменцы первыми увидят и услышат этот дебют. Дарья Власова, Дмитрий Ларичев, Тюменская служба новостей.